нам подошел пограничник, забрал у нас паспорта, забрал техпаспорт. А еда венгерская? Ел ты когда-то? Да, кстати, венгерский суп. Суп? Да. Этим Венгрия известна. На весь мир. Румыния, господа, город Яссы, в 3 часах езды от Кишинева. Ну вот, кстати, венгерские деревушки и небольшие городки мне очень напоминают наши. Газпол, летим на Ниццу. А мне всего лишь 36, у меня все впереди. Всем привет! В этом выпуске мы отправляемся с вами в самый настоящий евротрип на автомобиле. Для этого из Москвы я вылетаю в город Кишинев в Молдавии, где встречусь со вторым членом нашего экипажа. Билеты Москва-Кишинев, Кишинев-Москва мне обошлись в $200, а время перелета составляет чуть менее 2 часов. Из Молдавии на автомобиле мы отправляемся с вами во Францию с промежуточными остановками в Румынии и в Италии. Путь из Кишинева в Ниццу займет у нас 3 дня и 2 ночи и составит около 2500 километров. А не все так просто, как оказалось на самом деле. Duty free мы взяли по водичке и поехали дальше. А дальше вот что, видите, вот очередь, и здесь нас уже будут по полной программе проверять. Видите, вверху написано все паспорта, машины. Хочешь в Европу? Вот сюда тебе. У нас 7 марта 2019 год. В Кишиневе сейчас плюс 13 за бортом, 12 часов дня. Мы держим путь на Будапешт. Должны проехать скоро Румынию. В Молдавию, когда вы прилетаете, если вы гражданин России или Украины, вам никаких виз не нужно, вы спокойно можете пройти границу. А вот дальше мы посмотрим, что дальше. Пока едем, у нас очень красивый, живописный вид за окном, смотрите. К нам подошел пограничник, забрал у нас паспорта, забрал техпаспорт, да, твой забрал. Ты еще брал? Ничего не брал. Так, взглянул, Казань что... брал. И Киев. Астрахань брал. А мне всего лишь 36. У меня все впереди. Ну что, вроде нам паспорта отдали. Как в Макдональдсе. Подъехали заходить? К одному окошку. Тебе надо что-то? Ты же взял. Я бы кофе выпил и водички. Вот мы все прошли, как в Макдональдсе. Проехали, дали, паспорта посмотрели, через 10 минут нам отдали. Выехали. И вот duty free здесь. Вон там киоск маленький, это обмен валюты. Кстати, сейчас гражданам России виза в Румынии нужна. Ну, шенгенская. У вас должна быть мульти-виза. Если у вас однократная виза в какую-то другую страну, то вас не пустят. Мультивиза. Друзья, мы приехали к границе с Румынией. Вот так это выглядит. Вот так. Что делать, мы пока на данный момент не знаем. Но сейчас все выясним. Вот видите, эти маленькие будочки, это пограничный контроль. Вот там дальше Румыния. Вот мы сейчас на проверке документов. А вот там сидит собака.
Ну и что, ты как там заправил? Ставил? Ставил. Но не платил. Я не могу понять, это хороший или там есть эко? Летим. Это мы сейчас летим. 52 километра в час. Друзья, спустя 10 часов добрались до более-менее нормального города. Город Клуж в Румынии. Я вот сейчас в отеле Hilton. Тут есть отели. Вот вы сами видите. Но это первая точка на нашем пути, где более-менее можно остановиться. Так, ну мне пора на выход, ребятки. Пойдем за Константином забирать его. И в путь. Сегодня нужно проехать Будапешт. И нужно постараться доехать до Венеции. Не знаю, как у нас получится это сделать. Из Клужа не вытащишь и рыбку из пруда. Отсюда, из Клужа, из этого. Ехать до Венеции показывает 12 с половиной часов. Не знаю, будем ли мы заезжать в Будапешт. В общем, все будем смотреть по дороге. Лох, видите, на ходу приходится переодеваться вот так вот. Собаки там гавкают на паркинге. Меняем внешний лук. Константин, вы готовы? Да. Эх, лук, лучок. Вообще, ребята, Клуж правильно называется Клуж Напока. Вот этот город румынский. Население его составляет около 300 тысяч человек. И он является неофициальной столицей Трансильвании. Румыния, это, помните, Трансильвания, граф Дракула, все дела. И также этот город считается университетским городком. Проезжаем, наверное, уже сотую деревню в Румынии и поняли. Одно из самых любимых румынских занятий. Садишься на порог у дома, закидываешь ногу на ногу и сидишь, смотришь. Если вдруг кто соберется ехать все-таки через Румынию, сразу же имейте в виду, что здесь нет автобанов, они отсутствуют. Здесь дороги все однополосные. Одна полоса в одну сторону и другая в другую. Вот. Станете вы за фурой и едете 40-50 километров. Сейчас у нас скорость 30 километров в час, к примеру. Вообще не едем, 5 километров, потому что впереди маршрутка местная едет. Ребята, в дороге уже вторые сутки. Машина очень грязная. Сейчас нужно срочно заехать, помыть машину. Вот современный карвош. Чуть колеса не оторвали. Так, современный карвош. Вот так это выглядит. Нон-стоп с полоторы паркары. А вот еще рент-а-кар. Аренда машин. Можно вот такое арендовать. Вот наши мойщики. Бесконтактная мойка, все нормально? Румыния – это очень быстро растущая страна с высокоразвитой экономикой. Сейчас в Румынии проживает около 20 миллионов граждан местных. Столицей Румынии является город Бухарест. И в Бухаресте живет около 2 миллионов граждан. Валютой местной является румынский лей, так называемый. Газпромчик, заправочка наша.
Драйв-кафе, вот, все нормально. Порш сразу же. Не телега, блин, с лошадьми, а Порш. 95-й, 100-й, премиум дизель вот тебе нужен. Вот у нас граница с Венгрией. Потихонечку въезжаем. Так, паспорт, да? Паспорта будут проверять. Видите, ребята, вон сверху написано, у кого какие паспорта. Слева там для, не видно отсюда, там для граждан EU, Европейского Союза. А здесь у нас получается все паспорта. Вот, ребята, граница с Венгрией, видите, шмонают ребят. Остановили пограничники. Сейчас, наверное, это ждет и нас. В общем, прошел час. Мы еще стоим на границе. У нас проверили машину всю на угон и все эти дела. Вот ждем документов. А пока мы несемся по Венгрии, вот вам маленькая информационная сводка. Население Венгрии всего 10 миллионов человек, это даже меньше, чем Москва. Столицей Венгрии является город Будапешт. За бортом у нас плюс 14 градусов. Скорость у нас 200 километров в час. Значит, Венгрия не имеет выходов к морю. Поэтому здесь у вас не получится поплескаться на пляжике где-то в море или в океане. Но зато на Венгрию влияние очень сильно оказывала Римская империя и Турция. И здесь очень популярны термальные источники. И в Будапеште много курортов. Имейте в виду. Вот ты спрашивал, за счет чего венгры живут. Экспорт продуктов машиностроения. Здесь заводы Suzuki, Audi, Raba, Mercedes-Benz, Knorr. Химическая промышленность, фармацевтическая промышленность. На 10 миллионов жителей. Это серьезно. Скажи мне, ты знаешь вообще что-то венгерское? Венгерского спортсмена какого-то, продукт венгерский, как вот русские пельмени есть, в Японии суши, машины Toyota, а в Венгрии? Венгерский парламент. Парламент? Да, Будапешт. А еда венгерская, ел ты когда-то? Да, кстати, венгерский суп. Суп? Этим Венгрия известна. За весь мир.